Всем огромный привет! Рада всех приветствовать на канале. Сегодня снимаю третью часть пустых баночек за август месяц 2018 года. Так как у меня очень много накопилось баночек, два огромнейших пакета, поэтому я разделила их на категории. Обязательно посмотрите первую и вторую часть, и вы увидите, сколько всего я использовала в этом месяце. И начну я теперь с ухода за лицом. Вот такой вот интересный продукт, тоник для лица, свежее увлажнение у меня закончилось, содержится в нем растительный сок, который удерживает влагу, и для меня этот тоник отличался вообще от всех тоников различных брендов, потому что тоник этот пенится. Я его, конечно, переливаю в такой вот флакончик с пульверизатором, и он у меня вспенивается. Мне этот эффект нравится. Его, когда он вспенивается, его нужно меньшее количество. Он так распределяется, впитывается. Кожа после него не липкая. И эффект, конечно, очень хороший. Кожа выглядит такой свеженькой, увлажненной и красивой. Закончился у меня еще вот такой вот тоник. Это у нас идет Natura Камчатка от Natura Сибирика. Это, конечно, такой, безусловно, какой-то растительный продукт, он неоднозначный, не каждому он понравится, потому что запах здесь настолько термоядерный. Для меня он пах полынью, какой-то такой травой горькой, и даже несмотря на то, что он имел не очень приятный запах, он хорошо тонизировал, удалял и увлажнял кожу, придавал такую какую-то матовость, бархатистость, дарил коже также сияние. Ну, не знаю, буду ли повторять, конечно, смущает только запах. Если где-то увижу по хорошей акции, то приобрету. Также закончились мои два любимых тоника. Это у нас еще в старом дизайне Avon Naturals. Я люблю вот эту розу, лепестки розы. Стараюсь частенько покупать именно тоник с розой, хотя есть там Вейвен и с хлопком, но роза идет беспиртовой тоник. Я его использую чисто для тонизирования лица перед нанесением какого-либо крема или сыворотки, или каких-то ампул. И я, конечно, не хочу сказать, что там тоник творит какие-то мега крутые чудеса, но как заявлено, что он тонизирует кожу лица, это правда. Он очень хорошо тонизирует после мицеллярки или после какого-то геля для умывания. Он очень хорошо тонизирует кожу лица. Далее у меня закончилось как раз средство. Оно называется очищающий гель для лица. Бархатное питание. Вот такой вот Ивраше, в общем, Nutritive Vegetal. И здесь можно увидеть, что я уже разрезала. Конечно, я думаю, показывать вам, не показывать, скажете, банки все покоцала. Но, девчонки, не могу вам не рассказать, впечатлил меня данный продукт. После него, конечно, если им регулярно умываться, утро и вечер, он косметику, он, конечно, смывает, но глазки лучше предварительно все-таки очищать каким-то двухфазным средством. Он, конечно, борется, он впенится. После него сразу у меня кожа приобретает такой розоватый оттенок. Это где-то длится минута после умывания. Начинает активно циркулировать кровь. Вы знаете, какие-то там что-то на лице, оно такое все становится потом подтянутое, гладенькое. Ну, какое-то, я не знаю, как это описать, но эффект я сразу вижу. Однозначно буду повторять. Может быть, конечно, увижу какую-то цену привлекательную, как это обычно я говорю, и обязательно вот это средство обязательно я куплю. Далее идет у меня от Ивраше продукт, это скраб или гамаш, его по-другому называется, абрикосовыми косточками. Вот пользовалась им целый год, вот представьте, целый год пользовалась им только в выходные, ну так, конечно, получалось, что он у меня стоял в бане. То есть в будние дни, конечно, я там использовала различные продукты, но выходной вот в бане я его использовала. Хватило мне его на год. Конечно, очень экономичное средство. Косточки имеют очень мелкий помол,
Если прямо массировать кожу, то хорошо проскрабировать такое, ну, легкое скрабирование, но в то же время хорошее. И нравилось мне у этого продукта то, что он содержал в составе какую-то такую именно перламутровую пудру, которая, жемчужную перламутровую пудру, которая после смывания лицо становилось блестящим, вот такое ощущение создавалось, как будто я нанесла какой-то такой легкий и деликатный, качественный, дорогой хайлайтер. В общем, когда мне нужно было куда-то выйти, пойти куда-то, там, допустим, на родительское собрание, я даже специально умывалась этим скрабом. И, вы знаете, настолько было удивительный эффект от данного продукта. Но буду ли я повторять, я еще не знаю, потому что у меня сейчас использованы штуки 4, даже, может, и 6 скрабов различных марок. И, конечно, только в связи с этим я пока делаю такой тормоз. Теперь переходим к масочкам. Так как я маски делаю практически, ну, не практически, а каждый день, конечно, чередую их там с увлажняющими, питающими, очищающими масками, пленками, то у меня закончилось огромное количество масок. Во-первых, так получилось, что у меня в этом месяце закончились мои любимые маски от компании Belita Vitex. Это Black Clean, такая угольная линия, черная маска-пленка. Частенько я про нее рассказывала, расхваливала, но хочу предупредить, что если вы ее вскрыли, то ее желательно использовать в течение месяц-полтора, иначе она потом к концу начинает терять свои свойства и просто уже потом не высыхает. Классно очищает, если на распаренную кожу ее сделать, то убирает черные точки на носу, там на подбородке, на лбу. Ну, действительно великолепный продукт. Закончилась питательная маска от Faberlic Spa. Это у нас идет органа и лотос. Приятно было пользоваться. Она комфортно, деликатно наносилась, выглядела в виде крема, имела шикарнейший аромат. Я уже эту маску использую, наверное, третий тюбик использовала. И ею можно вообще пользоваться каждый день. И будете получать кайфовое увлажнение, такое питание и кайфовать от нее. Вот такая вот очищающая маска для лица с глиной, экстрактом янтаря закончилась. Ну, она хотя и глиняная, но вот тоже у меня, смотрите, разрезанная. Тоже вылизано все до конца, до самого донышка. И она прекрасно очищала. Использовала ее, старалась использовать раз или два раза в неделю. Хватило ее, наверное, раз на 8, а может быть на 9 применений. Но я старалась считать, чтобы потом вам рассказать. Но уже потом под конец, в общем, сбилась, насколько раз не хватило. Но на месяц мне ее хватило. Вот такая маска тоже очищающая закончилась, с минералами Мертвого моря. Знаю, что ее многие любят, и девчонки постоянно вижу ее в заказах, и ее расхваливают, и говорят, что это лучший продукт из всех очищающих масок. Чем она отличается, допустим, от вот этой вот? Да, вот девчонки, вот ничем, только запахом. Все остальное одинаковое. Еще есть у них баня, русская баня, то же самое, только она пахнет немножко там березкой, хвоей, и, в общем, ничем они не отличаются. Закончилась вот такая вот маска, молочный шоколад для любого типа. Это у нас шиконад. Классная, классная маска. Вот эта маска мне вообще прям понравилась. Она мне напомнила, кстати, именно вот эту вот маску. Ей приятно тоже было очень пользоваться. Когда я ее нанесла, я кайфовала. Там написано, по-моему, минут 20 ее держать, но я ее держала 2 часа. Вот ходила 2 часа, потому что это все пахло шоколадом. И потом запах сохранился, и кожа была бархатистая, такая, как персик. Но возможно, поеду в торговый центр, у нас представлены прям магазины шоколад, и там можно все это посмотреть, прям потрогать и купить. И вот именно хочу обратить внимание на вот эту вот гель-маску. Хочется мне чего-то такого именно качественного, дорогого и натурального. Но теперь переходим к самому любимому, о чем я хотела вам вообще, в принципе, снять часть, рассказать. Как получается, что вся часть у нас по уходу, уход за лицом. Ну и теперь переходим к кремам, там всяким сывороткам. Поехали. И начну, наверное, с сывороток, которые я покупала в фикс прайсе. Это такие вот
достаточно интересные сыворотки с гиалуроновой кислотой. Здесь 5 ампул по 2,5 мл. Мне хватало ампулы на 2 дня. Курс нужно было пройти и использовать 14-15 дней. Я, конечно, как ответственнейший человек, я все это использовала, все эти ампулы. Я хотела вам их показать, рассказать, сделать такой прям тест-драйв именно этой сыворотки. И, девчонки, я осталась действительно в диком восторге. Очень хорошо работает данный продукт, качественный. Лицо мгновенно такую делалось, мгновенная подтяжка. Конечно, после этих сывороток я наносила достаточно качественные крема, все это вместе работало. И, конечно, безусловно, буду в фикс-прайсе, обязательно сделаю повторную покупку. Теперь хотела бы вам показать... Вот такая вот закончилась у меня сыворотка двойная. Вы знаете, у меня эта сыворотка была в использовании, наверное, года полтора, нет, наверное, чуть больше года. Как-то мне приходила такая сыворотка потом еще в подарок маме, и мама ее использовала, и я говорю, ну ты мне расскажи, как тебе. У меня она, кстати, стояла в холодильнике, и поэтому... У нее был хороший срок годности, мама сказала, просто божественная сыворотка, если будет когда-то акция или что, ты мне ее купи. Я тогда уже достала свою и ее использовала сама. Здесь такой прекрасный дозатор, он нажимается, здесь выходит продукт, но у меня тут ничего не осталось. Я ее тоже вот вылизала всю, здесь было масло, а здесь был крем. И, конечно, данный продукт проявил себя просто на отлично, потому что и подтягивает, и омолаживает, и придает коже сияние. И так как этот продукт называется омоложение, превосходство, двойной эликсир для лица, сыворотка и масло, то, конечно, тут можно было не заморачиваться, просто использовать данный продукт и... Кожа, как я уже сказала, выглядела просто на 5 с плюсом. Продолжая тему кремов, закончился наконец у меня вот такой вот крем черный. Это у нас тоже превосходство омоложения, тоже та же серия. И, конечно, этот крем, он для меня и для моих клиентов он самый лучший, потому что у меня было в использовании две баночки, и я ими пользовалась с превеликим удовольствием. Это, наверное, тот немногий продукт от компании Avon, который действительно им хочется пользоваться, от него виден результат. Его хватает, к сожалению, ненадолго, здесь, по-моему, 50 мл, но его хватает ненадолго, очень хорошо впитывается. Тоже создается такое ощущение, что здесь присутствует какая-то масляная основа, которая мгновенно проникает, а лицо приобретает какой-то такой розоватый оттенок на протяжении, наверное, минут трех идет реакция. Потом, конечно, все это начинается подтягиваться. И если этот крем нанести не только на утро, но и на вечер, попробовать его именно применять как систему там на протяжении 30 дней, то эффект виден абсолютно на любой коже, пусть она будет 30+, пусть будет 40+, 50, 60 и так далее. В общем, работает, виден результат, минус 10 лет сразу однозначно. И еще примерно, мне кажется, все-таки это та же серия. Как-то давненько мне он попадался года полтора назад в пакете сюрпризе, и я его поставила в холодильник и про этот крем забыла. Потом я вспомнила, это производство Польша, наверное, да, Inio Ultim, и здесь идет 15 мл, это крем вокруг глаз, видите, тут тоже у меня ничего нет, и идет бальзам, который также использовать поверх глаз, губы можно им или носогубные складки. Я его использовала как раз по назначению, тут немножко я уже не смогла вымазать, мне кажется, уже нужно его выбрасывать, чтобы он меня не захламлял, охота тестировать что-то уже другое, но данный продукт, конечно, понравился, но единственное хочу сказать, что, в принципе, вот этого продукта, мне кажется, достаточно довольна использовать в тех же, примерно тех же целях и получать тот же результат.
чтобы не переплачивать. Закончился крем от такой аптечной сети, от лечебного бренда Бороderma. Это идет продукт, который производит компания Восторг С. Это крем с маслом чайного дерева, уход за кожей. Крем проявил себя более чем отлично. Также у меня не осталось ни одной капельки. И хочу сказать то, что если у вас проблемы с кожей, высыпания какие-то, покраснения, я уже не говорю про летний период, там укусы комаров или ожоги, то этот крем будет просто незаменим. Также мне очень понравилось то, что в каждом креме, вот абсолютно в каждом, вложена вот такая вот интересная брошюрка, подробненькая, тут все расписано, как им пользоваться, куда его применять. И еще, конечно, тут на обратной стороне можно увидеть ассортимент данной компании и посмотреть, сразу сориентироваться. Ну, очень понравилась мне компания. Крем, конечно, мега-мега крутой. Еще закончились у меня крема по 5 мл от Dr. Pierre Co. Спасибо большое компании. Она очень щедрая и присылала аж по 5 мл вот такие вот люксовые крема. С удовольствием их использовала. Они предназначены также для подтяжки, для увлажнения, питания. В общем, эти крема также справлялись со своими функциями и делали более чем все великолепно. Ну а на этом у меня третья часть подошла к концу. Спасибо, что оставались со мной до конца, посмотрели полностью мои все три части. Кто еще не посмотрел, то обязательно посмотрите. Всем желаю удачи, здоровья, до новых встреч, пока-пока!